Мадонна Лаборис. Труды Мадонны. По картине Мадонна Лаборис. Самосозданный ад. Возведи нас, благая, из пекла неизжитых страстей и ненужных, и мелочных чувств. Затуманенный ум без любви покрывается пеплом. Затвердевшее сердце сосуд, что поруган и пуст. Подними нас в твои ароматные райские кущи, Матерь, давшая жизнь бесконечным живым существам. Внеземное твое бытие уведи нас безмерно заблудших. От сует суеты допусти в твой небесный ашрам. Чтобы вновь обрели мы, ушедшие в страны далече, свой исходный и вечный, сужденный космический дом, где от всех заблуждений, иллюзий и противоречий мы гармонию мира и радость любви обретем. Кор Арденс, «Пылающее сердце», по картине Николая Рериха. Ладья плывет, ты ждешь в оконной нише. Ладья плывет, взлетает всплеск весла. Тебя, любовь, дарованная свыше, на всех путях хранила и вела. Ты победишь. И время, и пространство ты одолеешь. Сердцу нет преград. Ладья плывет, венчая постоянство. Завяз с собой заветный светлый град. Пылает сердце. Жданная, нежданно плывет ладья. Ты стражем на посту. Любовь не спит, отрада и охрана. И крылья подвига тиши растут. Агни-йога. По картине Николая Рериха «Агни-йога». Восходит из лона морского
омытая новая твердь. Рождение мира иного даруется ныне узреть. И Матерь к урочному сроку невиданно дивной зари возносит в руке огни йогу для девственно чистой земли.